уж скоро 20 лет, как основан наш успех! Новое явление – самоуправление. Наш девиз – стремись к успеху! Конкурс «Молодежь Севастополя. Взгляд в будущее» проходит уже 7-й год подряд. Сегодня финальный этап номинации «Ученическое самоуправление». В этот раз свои модели менеджмента представили более 100 школьников. Мы проводим конкурс как раз регионального значения для города Севастополя. И стремимся, конечно же, сделать так, чтобы именно все школы принимали участие, показывали себя, а дети имели возможность обменяться опытом, что-то узнать друг о друге новое, приобрести новых друзей. Школы представляют свои команды, показывают, как развито самоуправление и как они принимают в этом участие. У каждой группы есть модель и проекты, начиная от благоустройства школьного участка, заканчивая помощью детям с ограниченными возможностями. Все победители этой программы приглашаются на большой форум, который будет проходить в апреле в Орленке, на 21 день, на большую смену, где им будут рассказывать об ученическом самоуправлении и как правильно построить свою команду. Диане Бектургановой всего 16, но она уже председатель Совета ученического самоуправления, активно участвует в общественной жизни школы и разрабатывает проекты учебного процесса. Мы работаем совместно с учителями, и учителя нам очень сильно помогают, где-то подправляют, где-то говорят наши недостатки. Вот. Но мы стараемся делать все сами и надеемся, что у нас все получится. А в рамках информационного блока «Будь активнее» ребята презентовали свои общественные инициативы и рассказывали школьникам, как стать волонтерами на выборах президента 2018. За развитием школьной самостоятельности наблюдали Катерина Вербицкая, Анатолий Кукса, информационный канал Севастополя.